Это будущие мастера краснодеревцы. Во Владимирском ремесленном училище они изучают искусство народных художников. Занятия проводит преподаватель Николай Демидов. И в классах, и на производстве педагоги помогают молодежи овладеть мастерством владимирских умельцев. За 15 лет существования училища из его стен вышли сотни молодых специалистов. Их руками созданы немало изделий, возрождающих замечательное искусство художников по дереву.